Телеканал НТВ всегда показывал коммунистические митинги. Ну, это же маргиналы, дебилы, идиоты, там, которым своя страна дорога и память о предках. Вот митинг коммунистической партии, это значит, там старушки с отвисшими челюстями, вот с такими очками, там, знаешь, плюс 15, вот с такими линзами, там, дегенеративные перекошенные рожи. Рядом какая-то собака, что-то жрет, какой-то мусор с тротуара, здесь какой-то пьяный лежит, еще чего-то. То есть вот полный набор образов, которые у вас формируют, кто такие коммунисты, что такое их коммунистическая партия, что вас ждет. И все это там сзади ерничает, похохатывая, типа вот вам, пожалуйста, да. Если про что-то другое, так сказать, противоположное, там все наоборот, все при галстуках, все подтянутые, все красивые, то есть... Население, оно даже не понимает, что с ним делают, что им показывают, зачем им показывают и что у них в результате в башке формируется. Есть же какие-то там сказки про общественное мнение, когда вот общественное мнение считает. Общественное мнение считает ровно то, что ему показывают по телевизору, потому что никакой другой информации оно не получает.